Ничто так не показывает характер того, кто ее носит, как белая рубашка. Сегодня белая рубашка – святая святых разумного гардероба, причем и мужского, и женского. Они пришли к нам как элемент нижней одежды. Потом рубахи стали неотъемлемой частью мужского гардероба. И лишь благодаря Коко Шанель перекочевали в женский. Мы возвращаемся уже от тех брутальных образов, которые раньше были на наших девушках. Теперь мы идем к женственным образам. Поэтому мы берем все, что связано с прозрачными тканями, с драпировками, и внедряем, можно сказать, заново в женский гардероб. Сегодня для белых рубашек актуальны летящие ткани. Органза, шифон, шелк, утверждают стилисты. Особое внимание на рукав. Выбирая белую рубашку, мы берем как раз-таки длину, максимально длинную. И при этом ширина рукава должна быть широкая, прям, чтобы было видно. И это тренд. Но классическую из хлопка современным трендом не вытеснить. Ольга Юдина, участница Одинцовского клуба «Активное долголетие», всегда одета с иголочки. Секрет своей красоты не скрывает. Подвижный образ жизни, занятия любимым делом, исследования собственному стилю останавливают возраст. У меня с детства это была кумир, актриса Любовь Орлова. Я ее очень люблю. Она была и музыкальная, и танцевальная, очень талантливая актриса. Одевалась всегда прекрасно, со вкусом. И как-то я вот больше предпочитаю классический стиль. Однако даже классику можно разнообразить, говорят стилисты. Завяжите рубашку узлом и смело отправляйтесь на вечеринку. А если смешать разные элементы, можно получить совершенно новый стиль. Таким образом мы создаем другой офисный стиль. Мы используем джинсы, льняную рубашку, атласный топ и вечерние украшения. Все вместе создается новый офисный стиль, который вы будете носить. И новое настроение, говорит героиня. А это для женщины важно в любом возрасте. О других экспериментах с белой рубашкой вы узнаете в нашей новой программе «Про моду». Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».